Господи. Прости младенца, доченьку мою, за все ее прегрешения, вольные, невольные. И даруй ей жизнь вечную в Царстве Твоем Небесном. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. И меня прости грешную. Не туда свечку ставишь. За здравие надо, а ты все за упокой, да за упокой. Жива она. Не туда ставишь. Это вы мне? Тебе. А кому же еще? Зачем? Живых с мертвыми записываешь. Нельзя этого делать. Нельзя. О чем это вы? Не о чем, а о ком. О дочери твоей. Жива она. А ты все оплакиваешь. Зачем? Злых людей слушала. Зачем? Нельзя всем верить. Надо верить только своим ушам и своим глазам. Откуда вы это знаете? Так и есть, дура. Еще она спрашивает. Отчего? Сердце свое не спрашивало. Ведь щемило оно. А ты? Отвернулась, сдала. Иди отсюда. Иди. Вот. Вот, возьмите, Паш, возьмите. Скажите, где моя дочь? Вы что-то знаете? Откуда я знаю? Ты чё ко мне пристала? Я вас очень прошу. Ты чё ко мне, полоумная? Вас... Иди отсюда. Скажите, где моя дочь? Иди. Я вас очень прошу, скажите. Иди. Я вас очень прошу, скажите. Отстань от меня. Здравствуйте. День добрый. Простите, я бы хотела спросить. И вы знаете старушку здесь? Часто сидит возле церкви на паперти. У нее еще такой синий большой вязаный платок. Ой, я хорошо знаю, о ком вы говорите. Мой вам совет, держитесь от нее подальше. Прохиндейка еще та. Прости, Господи. Больно ловко окручивает людей. Сначала узнает про них какую-нибудь информацию, а потом выдает за свои видения. А люди что? Они хотят, чтобы она им помогла. Она вытрясет у них все и исчезает. Или сумасшедшая прикидывается. Так что обходите ее стороной. Да. Всего доброго. Ангела вам хранителя. Спасибо, что предупредили. И все-таки, девушка, как вас зовут? Это не важно. А что так резко-то, а? Я же нормально спросил, можно и ответить. Меня вот Витей зовут. Виктор, очень приятно. Выходите, а мне пора ехать. Че, замужем, да? Это не важно. Выходите. Ха. Значит, не замужем. Так что, может, телефончик оставишь? Мне пора ехать. Выходите, пожалуйста. Так, может, все-таки оставишь?
Я знаю, в городе реально крутые места, мы можем оттянуться. Бабос умнее, есть не вопрос. Так что, давай? А давай. Сейчас своему парню только позвоню и спрошу, не против ли он? Так бы сразу и сказала, что у тебя чувак есть. Сидишь мне, мозги палишь. Алло, Борис. Добрый день. Это Ольга. Да, мы с вами в парке познакомились. Борис, а мы тут собираемся пойти в парк погулять. И нам защита от злых собак совсем не помешает. Вы не против составить нам компанию? Здорово. Тогда через час вход в парк. До встречи. Ну что ж, Боря, спасибо за прекрасно проведенное время. Пока. Пока, Боря. Борь, а у меня дома есть вкусный чай. Хочешь попробовать? С удовольствием. Идем. Ты же вроде говорил, что на заводе наладчиком работаешь. Я до армии в консерватории учился, по классу фортепиано. Мечтал стать исполнителем. Но после армии с мечтой пришлось расстаться. Пальцы уже стали не те. Чай готов к столу. Thank you.
я-то так не оставлю, поняла? Здравствуйте. Слушаю вас. Я хотела бы узнать... Женщина, говорите быстрее, у меня много работы. Понимаете, я рожала в этом роддоме 27 лет тому назад, и я хотела бы узнать, не работает ли кто-нибудь здесь из персонала того времени. Мне очень нужно с ними поговорить. 27 лет назад? Вы в своем уме, женщина? Здесь с такими зарплатами такая текучка, вон сквозняки по коридору гуляют. А вы мне про 27 лет говорите. Тут уже тысячу раз все поменялось. Так что идите, женщина, и не мешайте мне работать. Извините. Эй! Есть кто-нибудь? Хозяйка? А Галины дома нет. Она в магазин ушла. А вы из горсовета? Нет, я не из горсовета. Я из женского благотворительного фонда. Вот хожу по домам и опрашиваю женщин. Может быть, кому-то нужна помощь. Рассмешили. Да тут всем помощь нужна, и немалая. Замучитесь помогать. Ну, всем сразу, конечно, мы не поможем, но со временем. Что нужно сделать, чтобы баба наша свободно вздохнула? Я не знаю. Взять хотя бы нашу Галину. Я ее с детства знаю. И красавица, и не глупая. А жизнь не позавидуешь. Да еще одна. Что, она ни разу замужем не была? Была. Только муж ее беременную бросил и... И? Да ничего, опять мука и страдания. Родила она близнецов. Так одна в роддоме и умерла. Вот что тут сделаешь? Ой, там Галина идет. Вы не говорите ей, что я вам все рассказала. Хорошо. Галин, тут вот к тебе девушка из женского фонда. Спрашивает, как ты живешь, чем тебе помочь. Как я живу, да? Да как все. Здравствуйте. Если вы хотите поговорить, проходите в дом. Спасибо. Меня Галина Андреевна зовут. А я Светлана. Проходите. Светлана Васильевна. Проходите.
Проходите в дом. Спасибо. Вот, вот. Угощайтесь. Это... Наш с Женечкой фирменный рецепт. Пробуйте, пробуйте, очень вкусно. Спасибо. Женя, это моя дочь. Вы, наверное, сидите и думаете, что это за Женя еще, да? Пробуйте, пробуйте, берите. Нет, я сразу поняла, что Женя – это ваша дочь. Как вкусно. Вкусно. Берите еще, угощайтесь. Ну? Галина Андреевна, может быть, вы расскажете что-нибудь о себе, о своей жизни? Может быть, вы в чем-то нуждаетесь? Ну, к чему это? Зачем это? Не надо, не надо, не надо. Галина Андреевна, но все же. Я не знаю, что рассказывать. Живу, как все. Работаю на фабрике в учетном отделе. Да. Скоро на пенсию. В детском доме помогаю. Что? Огород у меня, хозяйство. Ну, все у меня есть. Я ни в чем не нуждаюсь. Все хорошо. Давайте я вам лучше о своей дочери расскажу, да? Давайте. Ну, Женя, она где-то вашего возраста, да? Она закончила педагогический университет с отличием. Сейчас работает в школе. Ее там очень любят. Но самое главное, что ей это нравится. Да. 5 лет тому назад она вышла замуж за Олега Богданова. Очень хороший парень, очень хороший парень. У него свой бизнес. А 4 года тому назад у них родилась Машенька, моя внучка. Вы не подскажете, ваша Женя, она кто по знаку зодиака? Да я в этом не разбираюсь, я не знаю. Она родилась 23 марта 1992 года. Ну, кто она? Может быть, вы знаете? Овен. Упорная, значит, своего добьется. Ну, дай бог, дай бог. Дай бог. Ну, что ж, мне пора. Спасибо вам за чай. Я поеду в офис. Ну, может быть, еще... Вы чай не выпили? Да нет. Даже не прикоснулись к нему? Ну... Галина Андреевна, мне пора. Спасибо вам большое. За что? За что? За ваш рассказ. Спасибо. Thank you.
Да, Борь, привет. Привет, ты как? Да, я нормально. Точно? Да, просто немножечко устала. Ну ладно, тогда отдыхай. Спасибо. Спасибо, Борь, что позвонил. Здравствуйте. Да. Извините, вы не подскажете, работает ли в этом роддоме кто-нибудь, кто работал здесь 27 лет назад? Чего? Ты еще спроси меня, кто здесь до революции работал. Вообще уже, что ли? Извините, я не понимаю, что я такого спросила. Я всего лишь поинтересовалась, работает ли здесь кто-нибудь, кто работал 27 лет назад. Ну я откуда знаю? Я что, людям трудовые книжки заглядываю или что? Откуда я знаю, кто здесь работал 27 лет назад? Идите, не мешайте мне работать. Задолбали тупыми вопросами. Слушай меня, красавица, ты мне не хами, я не люблю этого. Так отпусти меня. Я тебя не пущу. Хочешь, чтобы я твою пухлое личико расцарапала, так я это сделаю. Я сейчас охрану позову. Зови. Только я тебя подстерегу, все твои жиденькие волосенки к чертовой матери повыдираю. Так, ладно, все, извини. Говори, кто здесь работал и как давно. Я не знаю, кто здесь работал. Подумай давно. Хорошо. Ну? Ай. Ну, девки говорили, что это Антонина, наша бывшая заведующая, 30 лет здесь работала. Ай-яй-яй-яй. Что, бывшая? Уволили? Нет, на пенсию ушла в прошлом году. Давай, звони, узнавай адрес. Да куда я буду звонить? В отдел кадров давай звони. Зоя. Посмотри там у себя в компьютере эту адрес нашей бывшей заведующей Антонины. Ну надо мне. Тут это. Родственники ищут. Родственники ищут, да. Угу. Пишу. Да. Хорошо. Все, я потом расскажу. Вот. Как зовут? Кого, меня? Ее. Антонина Ивановна Коробова. Спасибо вам за информацию и первоклассное обслуживание.
Здравствуйте. Я хотела поговорить с Антониной Ивановной. Она здесь не живет? Так, то есть как не живет? Ну? Мне дали ее адрес. Квартира ее. Только она здесь не живет, хату сдала и уехала. Уехала? А куда уехала? А че это ты спрашиваешь? Зачем тебе хозяйка? Ты че, квартиру хочешь снять? Нет, я ее дальняя родственница, я просто проездом и хотела повидаться. А, ну, так бы сразу и сказала. Так, жди здесь, я сейчас. В квартиру не заходи. Вот ее адрес. Записывай. Я запомню. Она к брательнику своему уехала. В Красинск. Приглядывать за ним. Больной он у нее. А Красинск это далеко отсюда? Ну, если автобусом, то 2-3 часа. А если машиной, то можно быстрее. Хорошо. Спасибо большое. Вы мне очень помогли. Да было бы чем. Здравствуйте. Я ищу Антонину Ивановну. Она на кухню вышла. А где кухня? Там. Прямо по коридору. Спасибо. А вы что, с паспортного стола? Нет. Антонина Ивановна, здравствуйте. А вы кто? Чего вам? Меня зовут Ольга. Я бы хотела с вами поговорить. А, вы из паспортного стола, да? Я не из паспортного стола. У меня к вам личный разговор. И что за разговор? Антонина Ивановна, я бы хотела узнать подробности 92-го года, когда вы работали в роддоме. В тот год, в конце марта, а точнее 23-го числа, рожала Галина Мартынюк. У нее родились две девочки, близняшки, и... Так, хватит. Ничего я не помню, ничего я не знаю. Но, Антонина Ивановна... Я же сказала, не о чем мне с тобою, с вами разговаривать. Уходи. Антонина Ивановна, мне нужно с вами поговорить. Антонина Ивановна... Ну чего? Ну чего ты пристала? Иди отсюда. Я хочу узнать, что тогда произошло. Я ничего не помню. Да ногу отпусти. Ивановна, я никуда не уйду, пока не знаю, что тогда произошло. Я же вижу, вы понимаете, о чем я говорю. А если вы мне ничего не скажете, я буду вынуждена обратиться в полицию. И там с вами будет совсем другой разговор. Сеня, выйди. Ты что, не понял? Я же сказала, выйди. Ты видишь, мне нужно... поговорить с человеком. Ты у Глеба посиди, а я потом за тобой зайду. Хорошо? Все, иди. Давай. Я тогда работала простой акушеркой. Как раз ту ночь дежурила. После полуночи я приняла двух близняшек у одинокой женщины. Роды прошли хорошо, и родились две здоровые девочки. Продолжайте. А потом появилась заведующая, отвела меня в сторону и сказала, что у нее есть заказ столичной бездетной пары на новорожденную девочку. Но она предложила мне оформить послеродовую смерть на девочку, на одну из близняшек.
Обещала дать денег. Я вначале не согласилась, отказалась. Но времена были тяжелые. Я согласилась. Мы на одну из близняшек оформили родовую травму, несовместимую с жизнью. А матери сказали, что девочка через 2 часа после родов умерла, отказали легкие, и уже невозможно было ее спасти. И что, мать даже не захотела похоронить собственного ребенка? Хотела. Как она хотела, как она умоляла, просила, но мы уговорили ее не соглашаться на это. Ну, у нее произойдет нервный срыв. Это, конечно же, отразится на здоровом ребенке, пропадет молоко и может быть, начнется невроз с тяжелыми последствиями. Нам удалось ее отговорить. А на следующий день заведующая заплатила на кладбище за пустую могилку. Я не помню этих людей. Я их видела один раз только, когда они забирали девочку. Это гнида заведующая жива? Жива. Если можно так выразиться. 15 лет назад она сошла с ума. Родных у нее никого не осталось. Шляется по улицам, бродит вокруг церквей, пристает с глупостями разными к людям. Вот такое наказание ей Бог придумал. Сколько же тебе заплатили за то, что ты ребенка у матери забрала? $200. Сейчас я встану. Пойдем гулять. Подожди, лохматый. Лохматый, идем домой. Погуляли и хватит. Лохматый, мне на работу пора ехать. Пошли домой. Идем домой. Все.
все равно лохматый. Я буду самой счастливой. Спасибо. Папа! Папа! Здорово, Гришанька! Привет! Привет! Как ты долетел? Нормально. Только в Мюнхене немного задержали. А ты купил мне робота? Конечно. Я же обещал. Ура! Ой. Держи, помогай мне. Ну как вы тут? Все хорошо? Привет, это я. А приходи сегодня вечером, я ужин приготовлю. А вина-то нет? Ну, конечно. Я сама вчера его выпила. Конечно, в принципе, вино может принести он. Но стол-то готовлю я. Значит, на нем должно все быть. Значит так, лохматый. Ты остаешься за главного, а я быстренько в магазин. Живы. Все. Если бы водитель Audi вовремя не свернул, велосипедист был бы, наверное, уже мертв. А в машине, кроме водителя, кто-то еще был? Он был один. Еле живого достали. Увезли его в скорую. В больницу. А в какую больницу его отвезли? В первую городскую. А вы чего спрашиваете? Знакомый автомобиль? Знакомый. Спасибо. Здравствуйте. Извините, сегодня к вам должен был поступить Олег Богданов. После аварии я хотела бы узнать о состоянии его. Нет, у нас такого нет. Подождите, как нет? Мне в скорой сказали, что его привезли сюда. Секундочку. Да, его везли сюда, но перенаправили в платный центр. На молодежную. Ага, спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, я жена Олега Богданова. Он должен был к вам сюда поступить. Я могу к нему пройти? Что с ним? Девушка, нет, его здесь нет. Его перенаправили в платный центр. Не поняла, почему в платный? Девушка, вы о деньгах переживаете или о здоровье мужа? У нас больница перегружена. Оперировать надо было срочно. Да мы что, по-вашему, скряги бездушные? Мы работаем как можем. Езжайте на молодежную. Спасибо. Пожалуйста. Девушка, что? Извините, пожалуйста, я случайно услышала ваш разговор с медсестрой. Я могу довести вас до операционного центра. Вот моя машина. Поехали? Да, спасибо. Спасибо, поехали.
Как муж себя чувствует? Операция прошла хорошо. Но он в тяжелом состоянии. Задет позвоночник. Жень, он обязательно поправится. Обязательно. Спасибо. Евгения Николаевна? Да. Возьмите, пожалуйста. А что это? Это счет. За операцию и за пребывание в нашем центре. $10,000? Но у нас нет таких денег. Ну, Жень, главное, что ваш муж жив. И операция прошла хорошо, а деньги... Да деньги — это дело наживное. Господи, мне даже ни один банк не даст. Мы же только что взяли кредит на его бизнес. Господи, купили эту чертову машину. Женя, мир не без добрых людей. Так, 1000 я могу найти у знакомых. А где я возьму остальное? Остальные я вам дам. Простите, но мы даже с вами не знакомы. Жень, вы очень напоминаете мне одну мою близкую подругу. Я хочу вам искренне помочь. Пожалуйста, не отказывайтесь. Извините, но я не могу вас взять. Жень, я хочу помочь вам от чистого сердца. Я обещаю, что не буду торопить, и отдадите тогда, когда сможете. Спасибо. Ну, что ж, вас отвезти домой? Нет, нет, я останусь здесь. Я тогда поеду. А деньги я вам привезу завтра. Простите, но вы даже не спросили мой адрес. Точно. Где живете? Победа, 23, квартира 47. Победа, 23, квартира 47. 10 буду. Простите, а как вас зовут? Оля. Спасибо. Клав, привет. Куда ты так поздно? Домой, козел, опять домой не пришел. Сейчас поищу, найду, убью паскуду. Понятно. А Оль, к тебе Борис приходил с цветами. Сидел на лестнице, ждал, потом ушел. Ты чего, динамишь-то его? Парень вроде неплохой, на пьющем не похож. Ой, смотри, ты выеживаешься. Подберет другая. Вась! Вася, ты где? Сестре. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Женя. Может,
Поднимитесь, там мама завтрак приготовила, да? Очень хочет с вами познакомиться, поблагодарить вас. Да нет, Жень, я... другой раз. Сейчас на работу нужно ехать, да и вообще. Ну, спасибо. Вот. Спасибо вам большое, Оль. Правда, спасибо огромное. Да ладно. Все в порядке. И давайте на «ты», а то на «вы» как-то официально получается по-дурацки. Как Олег? Пока без изменений. Состояние тяжелое. В общем, еще нужны операции. Уже не здесь, а в столице. А врачи говорят, лучше за границу сразу ехать. Но это же такие деньги. Даже если квартиру продам, то, может, на одну хватит. Жень, ты, главное, не отчаивайся. Все будет хорошо. Не сдавайся. Да, чуть не забыла. Вот мой номер телефона. Ты обязательно звони. Если нужна помощь, да и вообще. Хорошо? Спасибо. Ладно, пойду к мужу собираться. Спасибо тебе большое. Пока. Пока. Лохматый. Ну что ты такой за человек, а? Лохматый. Тебя что, дома не кормят, что ли? Устроил мне тут фудбанк своими заначками. Заначки. И будет нам заначка на черный день. Заначки. Ольга, Жень, нам нужно встретиться. Я, кажется, знаю, как можно достать деньги на операцию твоему мужу.